Я поздравляю, во-первых, всех академиков и всех тех гостей, которые присутствуют на этой замечательной конференции. 10 лет – это, конечно, серьезный путь. И, наверное, я принадлежу к тем, кто стоял, в общем-то, у истоков. И эти 10 лет дают мне возможность сравнить, с чего мы начинали и до чего мы дошли. И я должна сказать, что это фантастическая идея – объединить индустрию, посадить ее за один стол, дать возможность индустрии дышать одними проблемами, дышать одним воздухом, решать свои проблемы, лоббировать свои интересы в хорошем смысле этого слова. И, безусловно, каждая конференция, которая проходит, это такой апгрейд, серьезный очень для всех руководителей, для участников, потому что каждый раз ты перезагружаешься, твоя новая загрузка, она дает возможность дышать и давать дальнейший импульс твоему бизнесу. Это очень-очень важно. Я бы каждой индустрии пожелала такой академии. Я поздравляю академию, всех академиков. Это очень здорово работать вместе с всеми, кто присутствует здесь и кто члены нашей академии. Это очень-очень здорово.